каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Продолжение темы о возбуждении уголовного дела по неуплате налогов. Так, разберемся с самым главным вопросом. Луньсин не платит налоги. Если брать факты, то с момента начала реализации проекта в бюджеты всех уровней выплачено налогов на сумму более 1 миллиарда рублей 800 миллионов. Из них республике выплачено около 950 миллионов. Другими словами, Луньсин платит налоги. Далее, после включения компании в реестр инвестиционных проектов, они больше ничего не платят республике. Ошибка в постановке вопроса. Смысл инвестиционных проектов в том, чтобы перенаправить налоговые выплаты на фактические вложения в республику. За то время, пока реализуется проект, компания активно участвует в развитии республики. И это не просто слова, около 2 миллиардов рублей. А если быть точнее, то строительство автодороги Бояров-Катурахем и ее обслуживание. Ежегодно компания тратит на это около 20 миллионов рублей. Строительство объездной дороги в Кызыле, буддийского комплекса в столице региона Кызыле и православного храма в селе Турахем. Кроме того, компания ежегодно поддерживает оленеводов Тоджи, постоянно оказывает спонсорскую помощь социальным учреждениям Тоджинского района. Также компания приступает к строительству школы восточных единоборств Республики Тыва. Она будет построена в восточной части Кызыла. По проекту там ежедневно будут обучаться от 300 детей. И, наконец, третий вопрос. Почему мы говорим, что Луньсин платит налоги, если на них заведено уголовное дело? Действительно, факт уголовного дела также неоспорим, но сейчас слишком рано делать какие-либо выводы. Одно точно ясно, проблема внутри компании уже сказалась на их репутации, особенно с учетом того, как сильно они старались все это время участвовать в развитии республики. Нет сомнения, что и следственные органы, и проверка самой компании дадут внятные ответы. Мы непременно продолжим следить за развитием событий и сообщим о том, как движется расследование. Министр дорожно-транспортного комплекса Тувы проинспектировал ход строительства коммунального моста. Сегодня здесь идет масштабная реконструкция, можно сказать, возводится совершенно новый объект. Олег Бады проинспектировал площадку, встретился с директором подрядной организации «Восток» Сергеем Уюсовым. «Строительно-монтажные работы ведутся в круглосуточном режиме», – рассказал Уюсов. «Сначала были поставлены 6 опор нового моста, сейчас усиливаются фундамент опор старого моста, а также идет сборка 180 метров пролетного строения». В апреле будет произведена полная надвижка мостовых пролетов. Движение по новой части мостового перехода планируется открыть в сентябре, а затем закрыть старый переход для проведения работ. Завершить объект предполагается к концу 2019 года, после чего увеличится пропускная способность и безопасность дорожного движения. Власти Тувы ранее отмечали, что план работ называется «Реконструкция коммунального моста в Кызыле», но фактически это строительство такого же моста параллельного. Судебные приставы рекомендовали должникам, у которых возникли проблемы с выплатами, не бегать от кредиторов, а вступать в конструктивный диалог, в том числе торговаться. Подобные советы прописаны в специальной памятке, которую подготовило Управление Федеральной службы судебных приставов. Документ детально прописывает, как защититься от незаконных действий коллекторов. Однако и это принципиальный момент. Правила защищают гражданина только от грубости, насилия и произвола коллекторов, но не освобождают от выплаты долга. Если проблемы есть, они не исчезнут от того, что должник оборвет связь и начнет бегать. Разумная линия поведения в таких ситуациях – общаться, требовать скидок и послаблений. Нередко, если должник достаточно конструктивен и обязателен в разговоре, ему могут аннулировать пени. В крайних случаях банки могут даже предоставить каникулы, то есть разрешить несколько месяцев не платить. Или платить без процентов. Если удастся договориться с банком полюбовно, кредитная история не будет испорчена. И о курсах валют. Доллар 65 рублей 42 копейки, евро 74 рубля 6 копеек. Кызыл, встречай! Московскую ярмарку верхней одежды. Мужские и женские куртки по оптовым ценам. Размеры до 72-го. Торопитесь! ЦУМ, цокольный этаж. Затеяли ремонт? Более 2000 видов обоев ждут вас в магазине «Мир обоев». Скидка на отдельные коллекции. Приходите. Улица Энергетиков, дом 3.
В минувшие дни в Тувинском техникуме предпринимательства Кызыла прошел день открытых дверей для школьников старших классов в форме прохождения подготовленного маршрута. Преподаватели рассказывали о перспективах каждой профессии, которым можно обучиться в техникуме, и встречали участников с интересными тестами и заданиями. На каждом этапе ученики каждой из школ всей команды решали задачи по экономике, знакомились с особенностями работы в сфере туризма, питания и коммерции, а также немного прикоснулись к особенностям работы кондитера и повара. Не менее интересными были различные мастер-классы. Очень много нового и полезного для себя узнали ребята на организационных пунктах по завязыванию шарфов, складыванию салфеток, фотошопу, расшифровке маркировки и подлинности товара по штрих-коду. Такие встречи регулярно проводятся с целью привлечения большого количества абитуриентов и повышения престижа профессионального образования среди молодежи. Многие пришли к выводу, что это очень полезно – узнать больше о будущей профессии, прежде чем сделать окончательный выбор. Кроме того, желающие поступить в техникум ознакомились с правилами подачи документов и критериями отбора учащихся. Большинство ребят уже определились с будущей профессией, и такое мероприятие позволило им еще раз убедиться в правильности своего выбора. В Туве проходят мероприятия, направленные на борьбу с туберкулезом. Ежегодно в марте по всему миру проходит месячник по предупреждению распространения туберкулеза. В течение месяца будут проводиться акции и разнообразные мероприятия на информирование населения о профилактике туберкулеза. А главное мероприятие «В здоровом теле здоровый дух» пройдет 22 марта на Арбате. На площади будет расположена флюорографическая установка, где все могут пройти рентгенобследование. Отмечается снижение общей заболеваемости туберкулезом. В 2018 году заболело всего 447 человек, а в 2017 заболеваемость была 520 в абсолютных числах. По сравнению с прошлыми годами, самый высокий рост показателей по общей заболеваемости было в 2005 году. С 2005 года отмечается незначительное снижение. На сегодня в Туве достаточно нововведений в борьбе с туберкулезом. Так, с прошлого года на базе республиканского тубдиспансера начали проводить операции, в частности, по внелегочной форме этой болезни. В последнее время у нас по отчетным данным 2018 года нелегочные формы туберкулеза у нас уменьшились по сравнению с прошлыми годами. По абсолютным цифрам, если так взять, в прошлых годах было 28 человек, если заболели, впервые выявленных больных, а в этом году у нас 23 человека. Туберкулез – это не стыдно, в один голос говорят врачи. Главное – раз в год проходить флюорографию, а на начальных стадиях его можно вылечить без последствий для больного. Развиваемся, продвигаем новые технологии, новые виды операции по легочным формам, например, внедряется метод клапанной бронхоблокации. Это проводится у нас только в Сибирском федеральном округе, Новосибирской НИИ проводится, и начали делать у нас. Но пока только начало, значит, два случая операции сделали. Эффект очень приличный. Полости распада закрываются. Положительная динамика наблюдается. По внелегочным формам мы проводим операции на позвоночниках, то есть при туберкулезном спондилите. Проводятся операции имплантантами, спондилодез имплантантами из никелит титана, пористым имплантантом. Это специальный такой пористый материал, который при внедрении, при спондилодезе, он обрастает костной тканью. Туберкулез передается через воздух в замкнутом непроветриваемом пространстве. То есть на улице, где происходит постоянная циркуляция воздуха, заразиться невозможно. Больной легочным туберкулезом, находящийся в закрытом помещении, при дыхании выделяет бактерии. И другой человек может их вдохнуть. Но это не грипп, и просто так заболеть туберкулезом нельзя. Должно сработать много факторов, чтобы процесс запустился. Внелегочный туберкулез вообще не заразен.
Март – начало клещевого периода. Специалисты отмечают, что на территории республики первые случаи обращений пострадавших от укусов клещей регистрировались уже в марте. Эндемичными по клещевому энцефалиту являются Кахемский, Кызыльский, Пихемский, Сутхольский, Тандинский, Тесхемский, Тоджинский, Улухемский, Чаохольский, Чадыхольский районы. Клещевой вирусный энцефалит – тяжелое заболевание с поражением нервной системы. Последствия заболевания разнообразны – от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти. Переносчик возбудителя клещевых инфекций – иксодовый клещ, переносящий множество заболеваний. Заражение клещевым вирусным энцефалитом возможно через присасывание зараженного вирусом клеща при посещении леса, при заносе клещей животными или людьми, при употреблении в пищу сырого молока. Для клещевого вирусного энцефалита характерна весенне-летняя сезонность. Первые признаки заболевания клещевым вирусным энцефалитом появляются после инкубационного периода, который продолжается от 1-2 до 40 и более дней после укуса клещом. Прививку против клещевого энцефалита можно сделать в прививочных пунктах в поликлинике по месту жительства после консультации врача. Наиболее подходящим временем является февраль и март, когда остается чуть больше месяца до начала активности клещей. В минувшие дни состоялся чемпионат Министерства внутренних дел Тувы по волейболу. Чемпионат проводится с целью привлечения сотрудников к регулярным занятиям физической культуры и спорта, популяризации и развития волейбола в подразделениях МВД региона, повышения уровня спортивного мастерства сотрудников. Победитель чемпионата награждается переходящим кубком, медалями и дипломами. Призеры награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней. По итогам чемпионата определяются лучшие игроки в номинациях «Лучший разыгрывающий», «Лучший защитник», «Лучший нападающий». В борьбе за первенство приняли участие 10 команд, настроенных на серьезное и бескомпромиссное соперничество. На протяжении турнира сотрудники полиции показали высокие результаты, красивую и техничную игру, а также продемонстрировали отличное владение мячом. Со слов полицейских, подобные мероприятия помогают сплотить коллективы подразделений, укрепляют и поддерживают товарищеский дух. Также победители отметили болельщиков, которые пришли поддержать своих сослуживцев и оказали огромную поддержку спортсменам. Во многом благодаря этой поддержке игроки моментально настраивались на победу. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляет акцию «10 на 10 за 10». Переплата всего 1 рубль в день. «Народные деньги». Такого еще не было.